один. Разве мы дома отсидим? Да вы чё? Нам вообще никак. Шило в попе. Идем в кино. Опусти. И пока у нас есть время, можно пройтись по магазину. Магазином. Да, какой хорошенький. Еще голова мокрая, Кристина. Только с души. Всякие какие-то тут штучки-дрючки. Типа китайский или корейский какой-то такой магазинчик. А здесь Теранова. Здесь тоже всякие чего-то. Пусто, как всегда, везде тут у нас. У нас везде всегда пусто. Это хорошо. Все перекопано и здесь. У нас весь Сталин теперь построится за один год, за одно лето. Еле попали в кинотеатр сюда. Все закрыто, все ремонт. И еще потом идет какая-то суперзвезда. Тоже конкурс или что-то такое. И че мы не там, не поняла я. Шучу, шучу. Все, добрались наконец-таки до кино. Вообще все перекрыто, все перекопано, лифты все закрыты, я не знаю, но экскалаторы, но тут вроде все живо. Да, слава богу, мы на месте. Скайпарки, дни рождения, жизнь продолжается, все так же тут. Тут мы с вами были недавно, на колесе обозрения катались. Кто с нами не был, катайтесь, покатайтесь, а мы вот туда, в Цинамон. Мы дошли, мы добрались, это был целый квест. И мы на месте. Где у нас тут Имак сегодня или где? Кристина взяла такой пакетик с всякими орешками и конфетками на развес. А где наш зал, Кристина? А, мы первые. Я, здорово. Сейчас расскажу, на что пришли. Еще не рассказал. Залы у нас не все большие. Такие вот есть небольшие. Может, сюда хочешь? Сюда хочешь? Ну ладно. Сейчас начнется чего-нибудь. Начались всякая реклама, трейлеры. Кристина так уважает, кстати, это смотреть. Потом говорит, мы пойдем на этот, пойдем на этот. Thank you.
такой очень добрый. О, я даже пустила слезу. А теперь мы в кафе. Кристина тоже понравилась. Ставят всему этому делу большой лайк. Ну, Кристина, в какой пойдем кафе? И Кристина опять выбрала Пельм, а здесь хороший десерт, и хочет она ленивые вареники этот раз. Тот брала раз с вишней и, как это, с вишней и творогом, этот хочет, раз хочет ленивые вареники. Здесь красивая терраса, и здесь мы, если найдем место, то посидим. Смотрите, как здесь уютно. Мы были с вами тут. Тут есть и терраса, конечно, и, ну, вид такой себе, на троечку. Но дело в том, что терраса большая, терраса красивая, но холодно, как всегда. Нет, Кристина, мы замерзнем здесь есть. Лучше тут посидим. Смотрите, здесь уютненько и красиво. Так что сидим здесь. Ну, снова вам читать меню, наверное, нет смысла. Я читаю его здесь довольно часто. Ну, кто новенький, да, посмотрите. Значит, десерты здесь по 7,50, по 5,50. Салаты по 7,90, по 11 есть. Супы какие-то. Ой, яйца себе коктейль, как хорошо. Коктейль мороженое, будешь, Кристин? Бургеры 14,90. Эти самые стейки, гриль-блюда, приготовленные в угольной печи, 18 евро, 25, 29, такое всякое. Пельмени вот 13, 14, 15. 9, куриный суп, ну, такого рода, в общем, все. Мы сейчас что-нибудь закажем тут. И у нас молочные коктейли. Боже мой, что еще надо для счастья, да, Кристин? И нам принесли пельмешки в таких очаровательных кастрюльках. Вот так вот, хорошенькая. А у Кристины ленивые вареники со сметанкой. Ой, и с чем это тут у тебя еще? И черникой. Очаровательная подача. И у нас десерт. Какой-то маскарпоне с чем-то. В общем, красотища. Смотрите, какая у нас. Ай, Кристина. Красиво. Было очень-очень-при-очень вкусно. Я вам показывала, в каких бочоночках здесь отдают счет. И счет наш был 45 евро. Мы это самое в Эстонии. Забыла, что хотела сказать. У нас цены в евро, мы из Эстонии. Во, вспомнила. Все, уходим отсюда. Уже вечереет. Между прочим, времени сейчас много. Сейчас довольно глубокий вечер. А у нас вот так светло. Вы спрашивали кто-то, а когда будут в Эстонии белые ночи? Вот. Сейчас времени уже 7:30 всего. Здесь еще мало. Но так будет и в 9, и в 10, и даже, наверное, в 11. Вот так. В общем. Ну, пошли, Кристина. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Настроение хорошего. Негатив гоните от себя. Побольше позитива. Пока-пока.